Типа того. Ура! Ура! Привет всем! Кому-нибудь. Ладно, сейчас игра захватится. Надеюсь. Нет, она не хочет. Сейчас, секунду. Потому что она у меня в окне без рамок. Без рамок. Без рамок. Без ограничений. Ох уж эта игра без ограничений. Так. Все. Мы в онлайне. Hello. Hello. Я супермен. Ты это видела? В таком плане что так сиганул. Так. Здесь акцент, кстати, не получится. Да. Надо повыше. Окей. Так, сейчас я монитор себе поярче сделаю. Отлично. Ну что, майор, погнали по спецзаданиям? Погнали. Погнали. Еще посмотрим, что здесь ближайшее. Окей. Есть машина. О, найс. Я не могу сесть в машину. Ты что, чего? Я пытался... Почему она ломается? Я хочу сесть в машину. А, вот, наконец-то. Так только я могу садиться в машину. Ничего себе ты гоняешь. Да что здесь вообще неорганично как-то. Да ладно. Майра, ты в ударе. А, стрельба. Я хочу операцию. Операцию? Слушай, я тогда тоже с тобой прооперируюсь. $500. $500? Долларов. Долларов, хорошо. О, господи. Что ты будешь делать? Так вот, навскидку назови мне. Волосы поменяю. Волосы. Но вот кардинальный персонаж менять не будешь, да? Нет, мне просто нравится, что здесь нашла. Окей. Что за бред? Окей. Сейчас тоже себе что-нибудь выставлю. Мне надо глазные яблоки уменьшить. Вот что я сделал. Потому что они торчат у меня сквозь голову. Хотя бы это, да. А он когда смотрит влево, у него справа кусок глаза вылазит. Так, лицо. Сейчас, глаза. Между глазницами расстояние. О, чуть поменьше. Все. Найс. Принять. Мне нравится. Замечательно. Это ж хорошо, когда нравится. Да. Сейчас только надо будет переодеться еще, потому что я все равно остаюсь полигональным человеком. Я, кстати, тоже сменю себе этот прикид. Хоть мне этот... Привет, Зихирия, здорово. У нас сегодня кооперативный сейнтрол, прости, Майра. Лишь бы перебить. Прости, Майра, прости, Боже. Прости, пожалуйста. Иди в машину ко мне. А, все, все. А, принять, да. Иди, иди ко мне. Иду к тебе. Иду к тебе в машину. Yes! О, я научился, видишь, у меня теперь лучше получается. Прям с порога сразу в машину. Ты, кстати, подловила меня нормально так. Да. Да, спасибо. О. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну они. А что они. Чё они сами под машину прыгают? Машины под машину прыгают. Сейчас я даже гудок знаю, когда... О, найс. Смотри, он упал, ты видела? Он обычный. Видишь, что у них тут этот авария? Что? Да? Стоят разбирать. О, у меня... Машина... Он... А. Куда это? А, ее кот бросает. Кот, что он делает? Смотри, что происходит. Что это? Что происходит? Кто этот? Это кот? Этот, профессор Дженки. Смотри, что он творит. Сумасшедший. Дженки. Офигеть. Ужас какой-то. Его мочить надо, да? О, господи. Да. Я в небе. Ау. По крайней мере, мне хочется это сделать. Ладно, я тебе буду помогать. Привет, Дэймон. Да, у нас кооперативщик назрел. Эй, мистер... Воу. Мистер Кот, умри. Куда он полетел? Это как... Он как Нео. Пойдем кататься. А, он все еще... Но... Он, мне кажется, какой-то неубиваемый. Да он какой-то... Ау! Он какой-то unstoppable. Где ты, Майра? No mercy. Я тоже. I'm with you. О, требуется возрождение. Сейчас, сейчас. Смотри, ты тоже это ранена. Спасибо. Прекрасные трусы. Самые лучшие на свете. Нет. Что ты делаешь? Я уворачиваюсь и я отвлекаю его. О, господи, что происходит? Блин, да блин, я постараюсь, но я надеюсь, мне позволят. Все, я просто бегу к тебе. А он к тебе прийти. Да. Зря мы с ним связались. Угу. Смотри, он тебя охраняет. Ну-ка дай мне Майра поднять. Бессовестный. Давай.
Я! Жуля. Отличная вещь, кооперативная. Давно хотела. Мы же хотели сходить в магазин. Да. А, ты читаешь. Да, да, я так. На игрушку посмотреть. Вот, как раз отличный момент. Отличный шанс выдался. Кооператив Смайра. И эта игра, которую ты мечтал посмотреть. Приятного просмотра. Привет, Браги. Так, здесь так. Переодеться, да, можно? Да, наконец-то. Наконец-то. Я тоже сменю свой суперплащ на что-нибудь другое. Плащ-палатка. Да, плащ-палатка. Кардио. Мне нравится. Так, костюмы. Какие тут костюмы есть? Господи, что? Почему я раньше этого не видел? Что ты там нашел? Я не знаю, я должен хоть что-то сначала надеть. Боже мой. Как ты думаешь, что-то взять дико эпичное или что-то дико смешное? Закрой глаза и выбери что-нибудь. Да, кстати, это хорошая идея. Сейчас будет просто сплошной рандом, да. Я сейчас закрою глаза. Все, я выбрал. И не важно, что там. О, господи. Я оставлю с таким же цветом. Привет. Что ты? Где ты? Я перед тобой стою. Боже, это рандом. Теперь он леопардовый МАК-10, ты видишь? У тебя прекрасный прикид, мне тоже нравится. Офигенно, слушай. Классно. У тебя хоть как-то классно, а у меня совсем какой-то капец. Жирный скелет. У меня кость широкая. Вот ты, вот тебя, вот твоя подружка, видишь, вот она стоит. Что, нет? Она. Да, вы похожи. Она мертвая. Она не мертвая, она неорганическая. Да, их тут, кстати, много таких. Мне не нужны такие. О, я тоже так хочу. Yes! Так, ладно, задание. О! Да, что? Это мусорка, да, поехала? Да. Смотри, что творит. Так, начать совместное задание? Да. Ура! О, здесь где-то есть. Да, ну-ка. Где-то прячется. Ах, он... Гадость, расстояние. Мы почти нашли его. Нет, мы далеко, да, сейчас. Да? О, ладно, окей. Блин. Да, все нормально. Смотрим на индикатор. Ох уж ты, индикатор. Нет, далеко. Не. Холодно, горячо. Холодно, горячо. А, он должен наполниться, да? Я думал, да, блин. Да. А я дурак в обратную сторону думаю. Где ты? Камбэк. Ты нашла его? Да. Ой, молодец. Кстати... Можно так подобрать? Да. О, отлично. Я английский не знаю, поэтому повторяю звук. Фига ты водить. Ну, тут я еще вот так могу. О, дрифт, ничего себе. Молодец. Я так точно не смогу. Хорошая музыка, мне нравится. А не да, они ее будут караоке петь. Это фишка этой игры. Классно. Найс. Что я делаю, интересно? Я, пожалуй, поторчу здесь. Нэй! Нам без разницы. We don't care. Опять тебе этот жаргон. Найс. Мне кажется, или... Я говорю, мне кажется, или чуть-чуть подлагивает. Но это с моей стороны. Нет, игра. У меня игра хорошо идет, видимо, у меня интернет плохо. Не-не-не, это может у меня, знаешь, и отдает. Не-не-не, это... Не-не-не-не-не. Нет.
Дай на себя взять всю вину. Я тут виновата. Виновата. Виноватый. Виноватоватоватый. Виновата. Из виной вата, да, согласен. Да. Ты кем будешь? Я, наверное, буду ватой. О, Господи, смотри, что здесь происходит. Бог ты мой. Что за жесть какая-то. А, там, это... В той игре это было наше убежище. А, они его разрушили. А в этой его, да, разрушили. Прям здесь жили, мы ходили. Там. Обалдеть. В третьей части. Что ты знаешь? Специалист по... Разрушил наш дом. Угу. Все, можно качаться. Козлы. Качаться? Откройте меню ЦУ. Да, прокачивайся, да. Хорошо. Так, а... силы, да? Да. Силы, спасибо. Я, наверное, возьму новые. И то другое можно, или все сразу? Да, тебе хватит на оба. Окей. Сейчас пока будешь просто суперменом. Класс. Принять. Теперь с помощью суперспринта вы можете обгонять автомобили. Машина нам больше не нужна, да? Так. И суперпрыжок. Да. Забирать вертикальную поверхность с помощью прыжка на стену или перепрыгивать высотные здания с помощью заряженного суперпрыжка. Хорошо. Пробуй. Так, о господи. А, мы сейчас тренироваться будем. А, круто. Стрим разочек подвис. Значит, у меня тоже что-то колбасится. Как ты это делаешь? А я могу так. Опа. Не могу. Господи, как ты это делаешь? Вау. Обычный прыжок держит спей, заряженный суперпрыжок. Кстати, ребят, как... Ух ты. Как нас слышно? Нормально? Никто не... Этот... Не слишком тихий или слишком громкий. Как это делать? Оу. О-о-о! Умница, спасибо. Умница. Я старалась. О, это будет интересно. Найс. Ого. А как бежать? Так, прыжок на стену, держать спей, заряженный прыжок на стену, прыгайте по стенам, чтобы быстро забраться наверх. А, вот так вот, отталкиваясь от стены, да? От стены. От стены. Ох. Нормально, слышно вас хорошо, игру тоже слышно. Ой, прекрасно все, значит, замечательно. Привет. Ух ну, ты. Как я явился, да? Ну вообще. Ну как ты забралась, я даже с тобой вообще не поспеваю. Ой, это прям как вы... Нет, вернись. Вернулась. Привет, молодец. А Нео так не мог. Да, Нео так не мог. Пробуем. Так. Я. Ура! Ёжик Соник. Блин, игра угарная. Да. Еще потом летать можно будет, в принципе. Еще летать? Ну, практически, да. Обалдеть. Бранд Маура. Вот теперь точно Соник будет. О, офигеть. Типа как кольца собирать, да? Да. О, господи. Оу. Бежали. Ладно. Мне машина прямо в лицо. Обалдеть. Как ты это делаешь? Я не могу так быстро. Я ёжик, а ты нет. Да, я не ёжик, я скелет. О, боже. О-о, привет. Привет. О, ты опять меня обгоняешь. Как тебе это... О-о, ты молодец. Прыжок. Господи. Блин, это реально круто. Это офигенно. Вот где такое можно еще в игре какой-нибудь увидеть? Да. Ну, прототип пытался, наверное, но у него это такая тщетная попытка, знаешь, бестолковая. Да, ну... Такая детская, я бы сказал. Каждый хорош по-своему. Я, нет, что я остановился-то, алло?
Алло. Алло. Алло, алло, гараж. Эй, не, я лажанул, короче. Ну давай, давай быстрее. Камон, ну камон, вот, давай. Серебро уже. Ну вот, прости. А, за что? Ну, я заруинил все, наверное, нет? Конечно. Ну, я же отставал больше всего, а ты вперед. Только игра в Твиче указана как Скайрим. Кстати, это странно, я менял все. Сейчас изменим. Странно, очень странно. Это все матрица. Да, однозначно. Сейчас. Стрим нотифи, что ты нам расскажешь? Сейчас, ладно, пока вот там грузится. Пускай ранги качаются. И чат у меня тоже, кстати, из Скайрима. И вот что я забыл. Я думаю, что я забыл? Все скайримовское осталось. Мы играем в Скайрим. Ребята, это новая разновидность Скайрима у нас. Да. Да. Сейчас надо будет все это сменить. Сейчас. О, открытое достижение. Вау. Сейчас. Где у нас тут наш Twitch? Иди сюда, Twitch. Так, у кого как? В смысле? Тебе плохо слышно, Дэймон? Сделай погромче. У меня Twitch не был обновлен. Ну, в любом случае, стоит на это обращать внимание. Ну, мне, по крайней мере, я забываю про такие моменты. А у Браги с интро. Кого что? Знаете, мы сейчас... Сейчас этот чат сменим, чтобы он красиво смотрелся. Хоть как-то в стиль входил. По-быстрому сейчас. Выберем какой-нибудь. А есть интересно с интро реально прям от Рутони? Нет, только... Так, Mass Effect-овский? Не, он отвратительный Mass Effect. Блин, я даже не знаю, какой поставить. Они все прикольные. Пятый раз. Какие там еще есть? Есть из Far Cry какого-то, DLC-шного. Он выглядит как, знаешь... Знаешь, это ретро-лазерное такое все. Давай. Да, попробуем, посмотрим. Думаю, берем. Думаю, будет хорошо. Текст стандартный, вернем обратно, чтобы я хоть что-то видел. Рутони, алло, гараж. Гаражевич. Сейчас. Попробуем. Алло. Ну, что-то в этом роде. Думаю, будет хоть как-нибудь. Потому что ни на что нормально это не похоже. Это ни на что не похоже. Кстати, да. Я робот. Ты андроид. Андроид, да. Привет. Оу, е. А как второй делает танец? Второй вариант. XC. XC. I'm yours, baby. Машины, в принципе, можно уже не брать. Мы настолько скоростные, что машины... Правда, вот этот вот трайсикл меня прет. Трайсикл? О, я хочу к тебе, можно? Да. Опаньки. Трайсикл, у него правое колесо, смотри. Да, а это кто-то пробил, да, кто-то не да. Ухаживает. Надо пойти вернуться, парни, набить морду. Не? Мы добрые. Ладно, хорошо. В этот раз будем добры. Зайди в таб и сними наличку. Продаю мало, ну сними. Ладно, спасибо. Наличность перед... снимается, наверное. Вот. Она просто периодически приходит, надо снимать, чтобы лимит... Все, примерно понял, о чем ты. Так, пошли. Значит, пошли бить пришельцев. Пойдем. Дэймон пишет, что я ходячий мем, кстати. Вечно им желает удачи. Типа, как будто мы неудачники какие-то. Ладно, ходячими, не знаю. Подробнее. Да, нам бы поподробнее узнать про ходячий мем. О, господи, что? Оно и появилось из ниоткуда. Господи. Там, короче, один какой-то рабочий взлетел со шпагатом в воздухе.
Да ладно. О-оу! Что происходит? Так будет быстрее, да? Супер-хероу! Ей! Вот эти штучки надо собирать периодически, mm-hmm. и потом нам на прокачку будет хватать. Слушай, классненько. Ой. И потом тут ачивка с этим связана, есть, если все собрать. Что за брейкдаун? Я не знаю. Все я не знаю, что он тут вытворяет. Блоки данных. Блоки данных. Блоки данных. Что ты чувствуешь? Я чувствую жир в моих костях. Да. Широкая кость, жирная очень. У меня закончился бензин. Нет, это странно. Реально закончился, я не могу ускоряться. А, ну да, это выносливо. Я-то думал на бесконечное. Наивный мальчик. Ну, потом, да, потом. Ладно. Так, а как стрелять? Я буду их бить. Что ты делаешь? Я дерусь с ними. А что с ними еще делать надо? Можно стрелять. Ладно, я там буду генератор пока уничтожать. Окей, ладно. Ой, что я сделал? Все хорошо. Все хорошо. Ну ладно, славно. Спасибо. Вообще молодец. Ты молодец. Так, мне надо постоять. Мне он не будет подлечиваться больше. Ну все, тогда пойдем дальше. Сейчас. Надеюсь, прыгать безопасно. Надеюсь, что да. Да, ей. Сообщение выброшено за борт и растерзано чужими. Дэймон Чэннел, что ты там написал такое? Что-то про мем. Скорее всего, ссылка. Да. Вы добрый, вы просто отжали трайсикл. Да, да, Дихиря. Просто очень добрый. Самый добрый на свете. Ну, парни, у вас был сломанный трайсикл. Мы лишили его этих страданий. Кстати. Ау. Хорошая идея. Хорошее оправдание, да? Что-то вроде у вас было слишком много денег, это была проблема, мы забрали. Да, именно. Ну, там банковский служащий, да, такой? Да. Так, что ты делаешь? О, молодец, так его. Я продолжаю быть добрый. Отлично, у тебя отлично получается. Мне нравится. Господи, что это море? Да. Ты стоял сейчас как MLG прям на этом, на каком-то столбике. А, ну да, забыл. Дэймон забыл. Так, привет, Фокс, здорово. Привет, Фокс, здорово. Привет, Фокс, здорово. Это славно. Спасибо. Охладить оружие. Я чуть не охладил кое-что другое. Что, я даже знаю, что... Да, все, по-моему, знают, что это так. Не то, чтобы это было тяжело, легко догадаться. Ну, в смысле... А, ну ты меня понимаешь. В стиле GTA. Да. Что это было? Это была доброта. Это была просто добрейшая доброта. Боже ты мой. 2000 мы заработали, отлично. Апокалипс. Господи, кто ты? Что это за хрень? Если его убить, то получаешь какие-то прокачки. Вау. Ау, я почти мертв. Супер силы всякие, топоты. Обалдеть. Топотунство. Топотунство, да. Да. Мы будем его убивать, да? Ну, конечно. А, все, окей. Нет, конечно, мы добрые, но не... Мы очень добрые, мы охлаждаем траханье вместо оружия. Но... Алекс. Это не я, это мой персонаж. Он во всем виноват. Так, ну-ка. У меня пистолет для тебя есть особый. Это ежик Соник какой-то неправильный. А я в ящике сижу. Правильно. Можешь с тобой? Хи-хи. Привет. Как дела? Мы так... убьем. Что он делает? Он не понимает, что с нами делает. Да, абсолютно. Я на шпагат здесь сяду разок. Да будет хорошо. Добивай его. Или что? Или как? Yes! Фига. Ты... Oh. Я могу так же сделать? Или уже поздно? Уже, нет, наверное, поздно. Наверное, поздно, да. Кромсай его изнутри. Это был хороший совет. Да, спасибо.
Браво! Дзиньяк. Найс. Тут можно вот дневник найти. Да? Да, с детства до взрослого. Этого. Обалдеть. Воспоминания. Обалдеть. Игра более... Очень более полноценная, чем может показаться. Как так? Типа того. О, заморозка. F1. F1? Ой, F1 мне не подходит. Хотя, нет, должно быть нормально. Так, ишь, как я должен... Просто сразу предупреждаю, здесь все суперсилы будут от F1 до F5. Ладно, хорошо. О, молодец. Спасибо. Спасибо. А где враги-то? Вот он стоит рядом с нами. А чё он не умер? О! Окей. А их надо разбивать. Ясно, понятно. Найс. Very good. Интересно, а как быстро вы до инопланетного зонда доберетесь? Ну если все пропускать. Ну да, совсем. Что я делаю? Я говорю, I'm all... Я так с ними делаю, Майер. Я так вот. Вместо заморозки. Просто что я хотел сказать, здесь еще есть ДЛЦшки, у тебя у меня вроде можно пройти этот Рождество и так далее. Ну мы не будем особо заморачиваться, просто будем делать то, что нам захочется. Не, Рождество, кстати, интересно. О, я не сомневаюсь. О, ты сбил его. Да, вообще здесь летательные аппараты лучше суперсилами, то есть не стрелять в них. Хорошо. Ой. Опять это... Ноу! Оу, щец. Привет. Кстати, здесь как-то прыжком можно обратно возвращаться, да. По-моему. Сразу, чтобы не летать вот так в воздухе. Слушай, это было очень хорошо. Да, как-то можно. Да, блин, пистолет. Что? Ты офигел, что ли? Эй, прекрати. На тебе в щи. Ау! Спейс. На тебе в борщ. Да, на тебе в борщ. Короче, когда тебя бросили, пробел нажимаешь, да? Да. И все, да. Все нормально, типа. И как в матрице. Найс. Где он? Господи. О, правильно, так его. Он увернулся. Ну-ка, прекрати. О, тебя совесть есть? Алло. Мы это сделали, отлично. Сюда нельзя? Привет. А так хочется. Очень хочется. Смотри, какие там квадратики, кубики. Квадратики. Квадратики, горячо, холодно. Ей, найс. Две штучки. Два ромбика. Два ромбика. Три кружочка. Бой, ну да, больше кружочков. Святые близнецы. Да, что-то такое пройдено. Угу. Походу, прокачка для двоих, типа того, что ли? Да, наверное. Окей. Так, деньги пока рано снимать. Суперсилы можно прокачать. Хорошо. Я прокачал. Хочу спринт прокачать. Давай. Прокачивай. Все нормально, нет. Вообще не парься. Испытание, где это делается? Настройка или... А, у нас блоков мало. Да ладно. Да. Что же делать? Надо собирать больше блоков. Да, вот они вот такие. Сейчас я... По-моему, нельзя сейчас собрать. Ну-ка. Нет, можно. Можно? Ой, отлично. Я собрала. Найс. Это что? Бомж мне нравится. Он такой. О, крутой. Я думал, ты бабушка. Бомж-бабушка. Бомж-бабушка. Она красненькая такая, она стесняется. Да. Смотри на нее. Ага, so cute. Простите. Я не хотел. Простите. Что ты делаешь? Я ее успокоил. О, ты ее успокоил до конца. Никто ничего не видел. Ну, ничего. Все смотрят, ты типа, не-не-не-не-не. Вау. Смотри, как мне афроамериканец стоит. Афроканадец. Кстати, да, афро-россиянин. Да. А чего они квадратятся? Hello? Они не настоящие. А, все, тогда можно... Программ, да. Понял. Тогда не жалко. Так, Браги предлагает Форест также сделать. В смысле, кооперативчик замутить по Форесту? Майра, что ты на это думаешь, смотришь? А, ну,
С кем-то, да, если ты хочешь. Я с тобой хочу. Просто у нас был уже. Просто уже был кооператив с Фоксерит и Иван Бро и типа того. Как бы. С Форестом Гампом. С Форестом Гампом. Да. Ну. Может, человек с тобой предлагает сыграть? Не знаю. Браги, что ты? Ты предлагаешь нам с Майером вместе, либо с нами? Там же, кстати, кооператив довольно-таки объемный. Там все поместятся, да? Весь стрим поместится. Ага. Чем занимались в конце, история умалчивает. Пишет Фокс. I'm all yours. Так, ладно, надо брать задание, а то у тебя уже... Да. Надо образовать. Отвлечение начинается. Абсолютное отвлечение. Твой персонаж, кстати, меня напоминает, знаешь кого? В X-Men'ах. Помнишь? Точно. Да. Мистик. Да, Мистик. Прямо вот один в один почти. Такая же серьезная, брутальная и с синим выражением лица. У него бородавки, на самом деле, если ты присмотришься. У твоего персонажки? Да, я делал ей бородавки. Я не вижу. Даже если бы они были, я бы их тоже не заметил. Все, мы вырываемся из симуляции. А! Блин, я сбросил случайно. Что ты делаешь? Прости, я виноват. А что оно сбрасывается? Слушай. Не знаю. Я ничего не делаю. Оно сейчас само скинулось. Сейчас, да, попробуем. Раз. Ну-ка. Да. Что такое, не работает? Я сломался? Значит, просто надо попробовать побочки сначала пройти. Ну, ладно. Сейчас я уберу одну побочку. Все. А то он что-то пиф-паф. Ну, Браги в деле пишет, кстати, по поводу Фореста, я так понял. Вот, видишь? Вот. Пошли башню исследовать. Пойдем. Пойдем, это интересно. Пойдем. Let's go. Ой, машины отлетают от нашего ускорения. Да, еще если прокачать, то вообще все взрываться будут. Обалдеть. Ну вот. Привет. Что? Что случилось? Кончилось там. Ну вот. Найс! Е-я! Вниз не смотри, 2 из 10. Это что значит? Прыгай и не останавливайся? Да. Офигеть. Вообще нам сюда не надо? Не надо. А тут много... О, господи. Too easy. Правильно, так их. Ау. Я буду их пинать, они надоели мне. А я буду их кидать. Правильно. Йоу, я улетел. Нас взрывают, что ли? А, козлы, я думал. Прилёг. Это хорошо. Тут есть кот. А что с котом-то делать? Кот? Да. Мистер Дженки? Да, мяу, который. Да. Блин, это проблема, да? Псих пришел сюда. Капец. Он нам пока не нужен, да? Он из ДЛЦ вообще. А, чё ж он припёрся-то? Теперь он... Я из-за того, что, наверное, выстрелил в него случайно, и он в ханале улетел. Да, удалили горячую точку, можно уходить. Отлично, хорошо. Так, надо найти Майера срочно. Нет, тебя убегаю. Я вижу. Такое дикое ускорение. Мне вот этот плакат нравится. Ну-ка. Где чуваки в ряд стоят, типа... Да, Ленин стал. Ага. Это Ленин сталь? Да ладно. All это закос под... Да-да-да. Здесь это... закос под фашистов, по-моему, под СССР, под американские плакаты всякие. Обалдеть, они все собрали. Да. Молодцы, а чё стесняться? Надо всё, как можно больше собирать всего. Не, стесняться нельзя. Нет, а чё стесняться-то? За нами кто-то гонится. Мне вообще надо вылечиться, постоять хотя бы. Можешь пристрелить кого-то? Я пошел, пока. Со всей своей чайной добротой. Ну просто не попадают лечилки. Правда? Давай пристрелим их всех тогда. Или только с врагов. Пока только, да, с врагов. Надо нажить побольше врагов и убить их. А ну вот кто за нами едет сейчас. Мистер полицейский. О, отлично, слушай. Спасибо, мистер полицейский. Он так расстроился за то, что ты его убила. Только расстроился. Проснулся мертвым, да? Да. Эй! Не желаете проснуться мертвым? Боже, что с ним? Что? Он, короче, растянулся как резинка. Как матрица, да. Что-то жесть. Его эти... симуляции. Понял, да, ага. Жуть какая. Ах ты ж, падла. О, подлечилась. Молодец, правильно. Мотоцикл. Мотоцикл, где? Поехали кататься. Да, я с тобой. Let's go. Да, бегаем мы в разы быстрее. Да. Nice. Ты отлично водишь. Не то, что я.
А чё всё? Леща так, бамс. Не кашляй. Прости. Ну, в смысле, будь здоров. Спасибо. Блин, а я на стриме заметил микрофон и не подумал, что в Дискорде ты все равно будешь слышать меня. Да. Печалька. Так, офига себе. Прыгай. Вот. Слушай, у нас получится. Надо прокачаться сначала. Прокачаться? Мне сначала очки к тебе запрыгнуть. Ну вот и прокачай прыжок, и тогда запрыгнешь. А, окей. Ладно, сейчас. Где наши силы? Взрыв, супер прыжок. Mm-hmm. Прыжок высота. Принять. Отмена, нет, от принять. О, да. Жди, я на подходе. Откуда это, кстати? О, я полетел не туда. Не-не-не, вот все. Перестарался. Прости, пардон. А, блин, все, я знаю, что надо еще прокачать. Что еще? Сейчас. В суперпрыжке есть такая вещь — ускорение в воздухе. А, я понял. Ага. Блин, нам опять не хватает. Да, блин. Просто мы сейчас так по башне особо не позабираемся. Нам надо пособирать эти блоки. Понял. Блин. Хотя бы 6 блоков. Окей. Походу ты все проходишь игру. Я просто рядом бегаю как-то без цели. Давай я буду стоять. Нет, вот этого я точно не хочу. Что произошло? Меня не пустили. Вот как так? Что это было? What the hell was that? Теперь все нормально. Это было страшно. Блин, это было очень неприятно. Ей! Слушай, а их подбирать надо? Как-то или просто наступить? Смотря какие, они разные. Есть некоторые, которые супер силами надо собирать. Вот как. Есть. Ну, короче, ты все понял. Да. Что я тут умничаю? Ты правильно все делаешь. Вот эту штуку можно вроде собрать. Да. Ты собрала? Шарики. Найс. Nice. Ну да, я могу так. Вообще здесь советуют, когда играешь в коопе, лучше слегка, ну, распространяться по пространству И все это как бы... В разных местах собирать, да, иначе. Ладно. Вот, да, прыгнешь, ладно, там соберешь. Постараюсь. А, все, я понял, ты видишь, да, где? Угу, вижу. На кране. Да. Силы, так, суперпрыжок. Нам не хватает двух как раз блоков до ускорения. Двух блоков до ускорения. Так, ну что, мне к тебе идти или попытаться все-таки достать ту фигню? Попробуй, собери, я пока. Ладно. Я, ну, не знаю, она лежит здесь рядом, не могу даже понять, как ее принять. Нет, нижнюю не бери, только сверху. Все, пардон. Угу. Пардонистый, пардон. А я бы Тесса в кооперативе поиграла, Дихири пишет. А это новый который? Да, это, видимо, ну... К нему сейчас вышло дополнение, а так он уже вроде как не очень новый. Ну да, просто говорят, что вышло дополнение. Да. Моровинское, кстати. Оно, по-моему, вообще делает игру в 1000 раз лучше, чем она была. Я не могу запрыгнуть. Все очень плохо. Может... Нет, надо. Я... Один блок как раз нужен. Сейчас все будет. Так. Я вижу, как ты стараешься. Да. Я правда стараюсь. Господи, это очень сложно. Здесь главное сейчас шагнуть и потом обратно. Я не вижу, что внизу, я соскальзываю. А, боже, нет! А, я не умею! Чуть-чуть, ладно, все, иди, возвращайся. Возвращайся. Другой. Ладно. Видимо, тебе, может быть, прыжка не хватает. Или... Да, я просто соскальзываю с платформы. Угу. А так? Все, нашла. Да? Молодцом. Можно прокачивать. Ура! Так, сейчас качаемся. Значит, силы, суперпрыжок, ускорение в воздухе. Супер прыжок, рефлексы, ускорение воздуха нашел. Принял. Найс. Теперь смотри, попробуй высоко прыгнуть. Ага. И нажать shift. Понял, хорошо. Да. Я прям бомбочкой лечу. Да, это удобнее. В разы. Нет! Ау, нет! Я. Черт. Ко мне, моя лошадка. Иду. Никого. Ей! Hello. Ну, привет. Hello. Игого. Какая-то скелетонистая лошадка. Отлично. Интересно. Активируй точку перемещения. Да, если просто упадем, чтобы можно было вернуться. Вот славно. Здесь, кстати, у нас может быть не прокачан бег по зданию. А, ну, в принципе, мы пока без бега справимся.
Да, вполне. Можно просто прыгать. Да. Просто потом удобно будет прям бегать по зданию. Не могу представить. Так, я не туда так, иду. Не туда? Нет. Шмяк. Где-то. Да, где-то. Ты куда? Хочу здесь забраться. Тогда я с тобой? Ну ты прям ниндзя вообще. Ну так. Браги тоже согласен насчет Тесса. А сколько там человек может вмещаться? Это ММО, она там дофига. А. Да, там можно просто группой собраться, хоть в 30 человек и бегать вместе. Да это вообще прекрасно. Да, это круто. Запустить стрим, чтобы с него все ушли в Тесса и пустой из канала, чтобы... Что прикольно. Да нет, кстати, постоянно не будет. Люди любят такие моды. Да, потасовочки такие. Согласен, да. Мне лишь бы по дезморалиться. Дезморалиться. Да. Скажи что-нибудь на испанском. Я старался. Деспасито. Все, что есть. Ладно. Учитывая, что в ней есть Эльсвейер, земля каджитов, по которой можно бегать и поболтать, собрать микотеками, игра уже шикарна. О, да. Точно, все будут коты. Да, мяу. И причем у всех будут клички, ну. Да, такие Марсик, Мурзик, типа там, Пушок. Блин, я упал вообще вниз, прикинь. Да, ты прям подходи вниз на разлом, по-моему, нажимаешь там Е и перемещаешься на ближайшую точку. Да, ладно, хорошо. Так, это здесь? Найс! Ой, спасибо. Я бы сейчас карабкался, честно. Я первый раз тоже карабкалась. Ох, карабка. Бедолага. Караб-карабка-ка. Ой, караб-карабка-ка. Каракурт. Каракурт. Каракурт Кобейн. Каракурт Кобейн. Еп, пики-ей. Нет, не падать. А, это сложно. Это почти как Принц Персия. Ну, правда. Так, а как дальше, слушай? По стене карабкаться? Ну, хочешь, упади, я сделала там новую точку. Так неинтересно. Это слишком просто. Хотя я по-другому не смогу, наверное. Ты же каджит. Да. Я выбираю легкий путь. Эй, ты куда это? Что это? Ты где? Что происходит? Нет, не надо. Уже не падаю. Правильно, молодец. Это было супергеройское приземление, Дэдпул. Он старался. Блин, я встрял где-то. Так, я куда-то забрался, и мне нужно как-то к тебе теперь попасть. Эй! Ниже меня? Ага. Да, ты... Вот он, здравствуй. Привет, здравствуй. Как дела? Ой, я могу сделать так. Опять? Да. Did you want some? Hell yeah. No. Oh no, I'm falling. Кстати, здесь можно как-то на дуэль, по-моему. Да. Вызови. Ау! Спасибо. Отличная дуэль. Без предупреждения. Да. Перчатки это устаревшие уже. Мы просто сразу в лицо стреляем. Не, куда-то в плечо выстрелил вроде. Да? Это значит, я слепой. Ну, я как всегда, как в контре. Я ему выстрелил в лицо! Нет, Лёх, ты стрелял ему в ноги. Ну, ладно. Нет, Лёх, ты спишь. Ты вообще ни в кого не стрелял. Тебе это приснилось, да? Это нормально. Пардон. Пардон. Вот на французском говоришь, теперь давай на испанском. О, ща дохумей, ща уи. Нет, это тоже что-то из разряда. Опять французский. Да. Так, а как же на испанском что-нибудь сказать? Я не знаю, какой-то этот... Gracias. Gracias, Morales, gracias. Да. Muchos, muchos. Я старался. Да, точно. Пойдёшь? Mucho gusto. Звучит так. Это очень густо. Мы забрались, кстати. Я только заметил. Пока болтали. Найс, мы это сделали. Еее! Что ты делаешь? Ты ради этого забирался на башню. Да, да, это очень эпично. Я хотел сказать место башни на дачу. На дачу. А чё мне дача, башня? Это наша дача. Найс, хорошая дача. Две сотки, видишь? Найс, мне нравится. Вот тут поставим домик. Ох, ты сейчас быстро так двигалась. Здесь туалет. Хорошо, я в туалет сходил сейчас, да? Да, только что. Отлично. Уии!
Мы же будем в порядке, да? Я эпично промахнулся. Вообще не испугался. Да. О, тут такая тачка есть с прической, смотри. Да, это Джонни. Крутой, не? Если ты не помнишь, мы с тобой начинали, пока проходили, он вспомнил. Там умер. Обалдеть, да. Блин, это классно. Это помнишь, как был фильм «Тупой еще тупее», у них была тачка-собака? Тачка-собака. Да, у них волосатая машина. А, мы с тобой в третьей проходили, ты помнишь, начало банк ограбления, он там умирал. Да, что-то там такое было. Mm-hmm. Моя память, как всегда, в одном месте. Кстати, я не могу рядом тебе стрелять. Потому что это особая машина. Да, у нее прическа дрыгается дальше, если посмотреть. Дрыгается. Дрыг-дрыг. Он еще курит! Да. Мы против курения, если что. Боже. Я стрелять начал. Из глаза. Он как этот. На стекло разбили. Да. Он как Супермен, он стреляет глазами. Все, меня раздражает эта машина. Ладно, тогда я тоже выйду. А то я еду почему-то дальше. Ты не вышел, ты вылетел. Я старался. Да, ты ехал по автомату. Всем по автомату, я угощаю. Да. Больше автоматов, меньше макарон. Что происходит? Кто-нибудь мне скажет? Телекинезом надо разбивать. О, блин. Я делал сейчас планкинг на этом. На линии электропередач. Электропередач. You look gorgeous. Или как там говорят? У тебя прекрасная улыбка. Тебе нравится? Кстати, да, я посмотрел. Знаешь, что напоминает, кстати, чем-то рисунки вот этих вот? А, да, я поняла. Да. Тест Роршаха. Да, Роршаха, да. Ты такая умная. А ты тоже. I'm not smart. Спасибо. Но всё равно спасибо. Я не смартфон. Ты-то как раз смартфон, кстати. А я не смарт. Если смартфон, то умный телефон, то умный человек, это смарт. Хуман. Смартхуман. Смартхуман. Тут девушки личного нехорошего поведения ходят, кстати. Личного оповещения? Да. Личного оповещения. Зефири, а мне лицо напоминает сыщика из Бременских музыкантов. Помнишь? Нет. Моя память, как всегда, 5 минут, как у рыбы. Сыщик из Бременских музыкантов. А, да, я вспомнил. Такой он улыбается в шляпе, такой с усами, да? Да, и в клетчатом пиджаке, помню. Точно, он меня себя раздражал этим клетчатым пиджаком. А ты песню хоть одну помнишь с Бременских музыкантов? А, ну только основную мотив, наверное. Давай. Максимум. Мочи. Не помню. Я застеснялся и забыл. Не, я попробую. Я три годика. Да. О, конфетка. Что? Давай пой. Я стараюсь, я пытаюсь вспомнить. Правда, не можешь? Нет, у меня мотив в голове играет, но я не могу вспомнить, как его петь правильно. У меня пока в голове только расцветали яблони и груши. Но это не то, да? Нет. Ладно. Почему я как-то подбегаю, они умирают от меня? Чего? А, нет! Ну вот, я все испортил. Да ладно, мы оба умерли? А, да. Могу текст 4 песен подсказать. Зихири предлагает. Да, это было бы весьма кстати. Я бы напел что-нибудь. Причем басом. Басом? Да. Ладно. О, почему? Что происходит? Нас не любят. Мы не такие добрые, как нам казалось. Да, наверное, именно... О, привет, прости. Привет, прости. Все сразу. Я тебя увидел, утолкнул тебя, поприветствовал и извинился. Да блин, где мой пистолет? Я и мой друг пистолет. Правильно. Пистолет — это хорошо. Особенно, когда он твой друг. Ты помнишь, как кролик... Хорошо, да, пистолет. Согласен. Какой кролик? Роджера, которого обидели. Подставили которого. А. Помнишь? У него же там был сыщик, и у него был пистолет, который пули живые были. Вау, вот это я забыл. Да, прости, заспойлерил. А он, по-моему, умер, да, этот актер, который играл? Вот, наверное, да, потому что он в этом фильме уже такой, ну, в возрасте был таком. Да не, просто вот, 3 года назад, по-моему, умер, блин, плохо, я не знаю об этом. Жалко. Да,
У него то ли сердечный приступ был, то ли что-то. Ну, начинается. Сердечный приступ и... Блин. Тут чуваку плохо, кстати, одному. Что? Тут тому парню очень плохо. Вот. А, он исчез. Блин, жалко. А этому тоже, кстати, не очень хорошо. С ракетницей. Да, вот этому. Инопланетянин. Да, заморозим его. Вот и весь парень. Куда он собрался, смотри. Так, все, надо точки другие освобождать. Да. Хватит баловаться вообще. Я не могу остановиться, это так прекрасно. Побольше баловаться. Ладно, Зефири нам что-то написал, еще надо просчитать. Так. Да. Говорят, мы бяки-буки, как выносит нас земля. Точно. Ой. Хорошо. Говорят, мы бяки-буки, как выносит нас земля. Дайте, что ли, карты в руки, погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я старался. Я даже вообще не знаю. Спасибо. Шикарно выходит. Спасибо. Это так льстит мне, я, наверное, сейчас краснощёкий совсем. Краснощёкий. Как там есть индейцы, да, типа красно... Да, краснолицый, да, а я краснощёкий. Краснолицый, да, краснощёкий. Краснощёкий на строме. Так, вот этого парня нужно заморозить срочно. Ты замерз и простыл. Фриз. Фризи. Полис. Да, точно. Фристайло. Мата-мата. Нет, рака-макафон. Рак-макфон, да. Я пытаюсь сломать сфера штуку. Я пытаюсь себя прикрыть, а кавер ее. Да что? Так, прекраси, спасибо. Так, а почему? Найс! Так, осталась одна. Она куда-то очень высоко и далеко. Надо забираться. Почему я не могу взять его в заложники? Забираться? Сейчас заберемся. Я думаю, на чем же ты так серьезно думаешь? Ну тебе взять в заложники врага. 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 Врага, врага у дома. У дома твоего. Наверное, это не зелёная. Та песня. Да-да, зеленая врага. Зеленая врага. Курага. Курага. Фу, неспелая курага. Курага. Курага же вроде это. Я не знаю. Я ничего не знаю. Сухофрукт. О боже, что здесь происходит? Ты... Жесть какая-то. Я вижу, что ты с ними делаешь. Полная жесть. О, вот это, кстати, не очень хорошо. Надо оживить тебя срочно. Вставай. Спасибо, человек-скелет. Спасибо. Сейчас. Смотрю на тебя. Спасибо. Отлично. О! Больно. Блин, да мы да ш... мертвые какие-то. Ну-ка, вставай, 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 старай. Скорее, скорее. Старай, старай. Второй. Слушай, он не хочет. Ну. Что не хочет? Парень с бластером не хочет умирать. Он просто открыл рот и смотрит на меня. Все, он умер. Вот этот парень мне не нравится вообще. Все. Отлично. Защита. Да, можно в пульт идти. К пульту? Искать пульт. Я застрял. Блин, ладно, я валю отсюда. По-моему, да. Нам надо жизнь немного подобрать где-нибудь. Ну, надо врагов убивать. Да. Это замкнутый круг. Абсолютно. Ой, я ему яйца сломал. Что? Яйца случайно сломал. Молодец. А, ей, ну-ка. Привет. Как дела? Майер, молодец. Она все сделала. Я тут просто бегаю вокруг, прыгаю, скачу зачем-то, почему-то. Хочешь, я ничего не буду делать? Нет. Мне нравится, как... Я хочу быть бесполезной. В смысле, я не про тебя, что ты бесполезный. Ну, я все понял. Ну извини. Нет. О, обожаю маскотов. Я люблю делать с ними. Что? Так. Он офигел? Так. Да. Найс. Хрусь. А-а-а, он куда-то полетел. Нет, будь полезный, максимально полезный. Я хочу. Это прекрасное Простите. Задание. Простите. Прекрасное задание. Это хорошо. Оно как раз нам нужно по заданию. Ладно. В общем, это Боб Хокинс писал Браги. Давным-давно написал, я все никак не прочту. Да. Я плохой, да. Да. Как говоришь, не помнишь. Не помню, реально не помню. Так, вот теперь могу нажать «Да». Вот. Причем похож на Олега Афонриева, который ел и пел. Я упал.
Прости. Я не знаю, что сон. Был похож, правда, был похож. Спасибо, спасибо. Прекрасно. Я рад, что хоть на кого-то похож. Я никогда на себя не похож, я похож на кого-нибудь. Как всегда. Ладно, пойдем, пойдем. Умирать. Умирать? Нажми правую кнопку мыши. Правая кнопка мыши. О, 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 о. А, я понял, что это за задание, все. Да, я его. Бле, найс. Боже, ты смотришь, что со мной происходит. Кстати, я могу как-то на тебя тоже посмотреть? Не знаю. Просто говоришь, ты как-то меня видел? Я пролетала мимо только что. Это хорошо, привет. Хрусть. Что ты делаешь? Ты джедай. Ты абсолютно джедай. Что происходит? Сейчас, подожди, я иду к тебе. О, боже, так. Привет. О-о-о-о. Пролетаю над гнездом кукушки. Да уж. Я лечу. Я на копчик приземлился. Это было очень больно. Как у тебя получается так высоко взлетать? Ой, надо сначала долго держать прыжок. Да. Окей. И потом делать правую кнопку мыши, да, ты очень далеко полетишь. Хорошо, ладно, ну попробуй. Так, ну-ка вставай. Опа. Ну и плюс надо управлять в полете. Ну, вроде получается, иногда не получается. Иногда если падаешь, начинаешь останавливаться, опять правую кнопку мыши нажимаешь. Понял. Открываешь еще раз, начать летать. Окей. Получилось. У меня получилось. Ну, главное, да, комбо большое набрать. Желательно там машины, конечно, фигачить. Да. Огромная комбо дают сразу. Я... Надо бронза, ну... Вот так вот об машину. Ага. Если несколько раз об машину попадает, то получается комбо такое. Найс. Я пытаюсь сейчас жонглировать на машине. С собой. Я боюсь сейчас улететь на другой остров. Я понимаю. С такими гиперпрыжками реально можно улететь. Блин, это шикарная игра для конца рабочей недели. Согласен, Захири, абсолютно шикарно. Я вот никогда не... Просто полетать, поломать... Да, это просто безумно прекрасно. Я вот реально никогда не думал, что эта игра настолько классная. Меня Майра с ней познакомила. Спасибо ей. Я такая, да, говорю, смотрите, Saint Row, это Симон Настрома. Да. Симон Настрома, это Saint Row. Да, и мы такие, привет, Saint Row. Я такой, привет. Они, конечно, стеснялись вначале, но потом... Да, но потом немножко Ого, брейк-данс. Брейк-данс. Рэк-а-мэк-а-пэл. Куда ты, Майро? За рамки системы. Окей. Я так... Почему я делаю это? Мой персонаж говорит. Why am I doing this? Я себя в человека ударился. Ну, я что-то не понял, что вышло. Нет, человек особо ничего не дает. Вот всякие столбы, люди... Ой, фу, люди. Какие люди? Я понял. Машины. Угу. Просто пока летаешь, мозги отключаются. Ты видишь только, как крутишься в воздухе. Да уж. 3 секунды. Надо убиться хотя бы еще разок. Надо адреналин включить, тогда время замедлится. А, ну уже включился. Все, да, а, отлично. Пока адреналин не уйдет, у нас время еще, видишь, не истекает. Nice. Отлично. Можно понабирать. Это хорошо. Меня мусорка сбивает бесконечно. Вообще, конечно, мы не в том районе это делаем. Надо правда? Ехать вот в этот синий. Да. Ну правда, не, мы приехали то в принципе. Но из-за того, что мы оттуда вылетаем. Ага. Мы оказываемся в другом районе моментально. Да. Серебро вроде, да, набрали? Да, вроде бы. Мошенничество. Да, найс. Такие сломанные. Да. Найс, да, слушай. Серебро. Наполовину серебро сделано, нет? Серебро. Серебро, тоже мне. Серебро. Ха, серебро. Испытание космонавтов, когда центрифуга сломалась. Захири. Да уж. Я представляю, это Гагарин такой, поехали. Поехали. Из горы. Да. Отлично.
Да, это по-русски так, знаешь, когда действительно. Ага. Бюджетный вариант. Угу, бюджетный вариант подготовки космонавтов к полету на Луну, на Марс там. Как типа там русского ничего не берет. Да, да, да. О, смотри, какая полицейская машина. Привет. Эй, я просто... Это полицейская машина? Ну, она такая клёвая. Видишь, что ты сделал? Посмотри, что ты сделал. Я, смотри, что я сейчас сделаю. Смотри, смотри, что я сделаю. Смотри. Ава, о, так нельзя. Вообще, что на такую смотришь? Да, вообще. Смотри. Поехали на танковую бойню. Ладно, а где ты? Ну вот. Ладно, я сейчас за тобой полечу. Ты на машине, что ли? Нет, я полицейского выбросил. Кстати, я... да, потом телекинезисом можно будет их прям хватать и кидать. Прикольно. Вообще здесь, по сути, как этот становишься. Как Супермен? Бог. Как бог, слушай, прекрасно. Как Нео в Матрице. По сути, игра-симуляция, то есть... Ну да. Ты можешь быть кем хочешь, сделать что хочешь. Хоть жирный ублюдок, хочешь тонкий, как тросточка, кем хочешь. Ты сейчас походить можешь, ты же знаешь. Да, именно. Здесь же можно делать пластическую операцию. Да, это прекрасный мир, мне нравится. Так, я вижу тебя на карте, но не могу тебя найти в игре. А, вот, и всё. Я чуть не умер. Случайно. В жизни или в симуляции? И там, и там. О, боже. Привет, дружок. Так, знаешь, Майра, смотри. Смотри, look at me. Hello. Как дела? Знаешь, этот стволом дрыгать, как будто ты говоришь реально. Так, ладно. Давай все взрывать. Тут самое главное задание, это все взрывать. Понял, хорошо, поехали. Ну, желательно вот эти красные точки. Понял. Столб, что ты делаешь? Этим столбам либо хоть что-нибудь поделать. Можно по заборам стрелять. Я понял. Жалко, нельзя застримить этот Mortal Kombat. Старенький. Старенький? Ну, кстати. Возможно, моя плата видеозахвата может это помочь. Но ага. Тогда надо будет все это как-то организовать сложно. Потому что там это и прохождение есть. Угу. Было бы круто. Так, меня кто-то стреляет. Где-то. Слушай, а есть какая-то идея, как это можно организовать? Майро? Ты молчишь? Я уже нет. Молчание. Я испугался. Да? А, вижу. А. Так, я никого не виню, если что. Не знаю, как это можно организовать. Ну ладно, это если что так, знаешь, заброс на будущее. А так идея прекрасная, мне нравится. О, уже бронза. Отлично. Да, прекрасно. Потому что вот этот Obscure старый на Sony да. Хороший. Да, и... он хорош, согласен. Mortal Kombat хорош. Mortal Kombat и вообще прекрасный. Как его там, Deception или Ultimate? О, я не знаю, ты в них лучше разбираешься. Ребята, вы не видели, как Майра играет в Mortal Kombat? Как ребенок. Не верьте ей, она так. Ну, знаете, как... Как это говорится, когда человек такой, ну ладно, чё-то, не... Как это называется? Майра, как это называется? Ну вот, теперь я буду думать, что я играю серьезно, я не буду лукав. Что? Я все испортил? Прости. Ну вот. Ты знаешь, говоришь противнику, да я не умею играть. Он такой, а, да ладно, сдамся. А, вот. Да. Все, прости, я все испортил. Скромничает, пишет Дзихири. Это не... да. А насколько в стареньком Mortal Kombat идет речь? Ну вот, 2004-го, по-моему, года. Офигеть. Нормальный такой. PS2. Она шикарная приставка. Да, приставочка хорошая. Угу. Простите, а столь полный скелет будет богом какого культа? Я не знаю. Нет, надо срочно придумать, правда, это хорошая идея. Это, знаешь, я знаю, у меня даже есть идея. Сейчас я вспомню, как это выговаривается. Чики-брикин с маслинами. А, и такие, да, приходят эти, не свидетели Евангелия, а такие свидетели чики-брикин с маслинами. Такие, вы хотите поговорить о Симон Нос? Да-да-да. Примите его в свою душу. Да-да-да. Я сейчас за парня убил здесь случайно. Классно. Во имя стрима Твича и святого подписчика. Слушай, прекрасно, это надо записать и превратить в культ. И секта у нас будет стримерская. Я тебя потерял. А, вон ты где. Я задание смотрю. Окей.
Да, в принципе, остались еще вот такие побочки, можно идти по главному. Nice. У нас время есть? Есть, у нас целый час есть. У нас есть целый час, прекрасно. Присоединиться к Майеру. Я присоединился к тебе. Отсоединись. Нет, я не хочу. Disconnected. Иди сюда. Иду. Так. Get over here. I'm heroing to here. Кто к тебе? Так, я... Ты бы видел это страшно. Ты на зайчика похож, на пасхального. Согласен. Но очень пухлого, милого. Безухого. Да, еще и без ушей. Так, ну, они у тебя есть, но они человеческие. А, ладно, это гибрид, короче, да? Заяц и человек. Гидрозаяц. 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 Жидкозаяц. Гидропоника-заяц. Гидропоника. Почему я не могу забраться? Почему ты не можешь забраться? Она устала. Ну вот. Могу я чем-то помочь? Полей. Она сейчас сядет и будет плакать. Нет, ну не вот. Так не плачет. Мне нравится, как ты страдаешь. Вот так я страдаю. О нет, мне завтра на работу. О нет. Прекрасно, молодец. Она такая, не ходи на работу. Нет, мне нужно зарабатывать деньги. Деньги, как можно больше денег. Куда ты рванул? Я... О, я хотел парня остановить. Но он сам... Стой. Не хочешь немного остановиться? Не хочешь немного культа макнаниться? Культ макнаниться. Что? Я в заборе встрял. А, мне лишь бы в заборе встревать. Вот от тебя одни неприятности. Согласен. Так, привет. Настромоятности. Мароятности. Вероятности. Мароятности. Мне нравится. Кстати, а ты помнишь это место? Да. Да. Ну здесь же карта полностью из Saint Row 3. Да, здесь просто ночь. Локально выделяет, где мы сражаемся, типа, и все. Темная ночь. Та-да-та-да-та-да-да. Только не спит барсук. Ох уж этот барсок, ему лишь бы не спать. Темной ночью-то, а? Что он делает, кстати, темной ночью и не спит? Копает. Копает. Не знаю, копаю. Да. Но если же культ пастафарианства, где бог летающий макаронный монстр, да, будет скелетофианство. Скелетонофианство. Да. Как ты так быстро перемещаешься? Ты уже успела устать, но ты все равно быстрее меня. Ой, у меня столько дел. Куда? Как мне не успевать? Мне надо успевать. Ты так, молодец. Ты где? Иди сюда. Да здесь. Тут. Этот горло меня совсем надоел. Кстати. Ау. Кстати. Ау, да. Да. Смотри, вот у меня розовые волосы, да? Да, ну фиолетовые. Да, значит, я Пинки. Вот Пинки. А ты Брейн. Брейн? Нет, я... I'm not so smart to be Пинки. Я не Пинки, я Пинки, точно. Магас, парень, мы тебя грабим. Нельзя. Надо затариться. Что происходит? Ладно, вообще нам надо какой-то транспорт взять и заехать. Да, ладно. Куда делись все машины? Эму. Что происходит? Я! Привет. Еще я сбила. Правильно. А почему бы и нет? Здравствуйте. Мы приехали к вам... Ты посмотри на нас, блин. Ты видел, как мы в машине сидели смешно? Нет. Нет, блин. Что ты там делаешь? Крашу машину. Да? Ты в стену смотришь, а не красишь машины. Так, что это вообще такое? Ладно, я пошел. Извини. Так, нет, это вторая краска, где первая? О, да. Слушай, а если я встану напротив машины, ты будешь меня видеть около машины? Я ничего сейчас не вижу, честно. Нет, а, ну вот. Знаешь, когда бывает красят машину, то машина высвечивается. Да. Блин, здесь не так, да? Не. Ладно. Хочу вот так сделать. Ты что-то делаешь, я знаю. Да. Я сел на покрышку и сажусь на шпагаты и руки за спину, такой I'm all yours, baby. Ты даже выучил. Да. Мне очень нравится, как он это делает. Это знаешь, Жан-Клод Ван Дам так делает. Кто? Жан-Клод Ван Дам.
Здесь наш пока. погоня. Какой Жакло Фафан. Жакло Фафан. Жафлям-лям-лям. Настромянство, предлагает Браги. Вот. Мне нравится. Слушай, как ты... А куда ты делся? Я здесь, привет. В нашу тюнингованную тачку. Отличная тюнингованная тачка. Я могу сделать еще так. Жалко, нельзя сделать как в Rocket League. Бэкфлип. Да, было бы классно. А тут нельзя приделать... Ладно. Что? Нельзя приделать машине вот эти всякие попрыгушки. Типа... Да, в третьей можно было здесь. Третьей? О. А, вот. Я не знаю вообще. Я не знаю. Йоу. О, я буду... Давай по правилам попробуем поехать. Давай, хорошо. Тут есть, кстати, контроль? Круиз. А, точно, круиз-контроль. Найс. Nice. А, где ты? Кру... Где ты? Круиз-контроль. Том Круиз-контроль. Так, да. Где управление? Окей. Другой игрок поставил игру на паузу. Чтобы отключиться, нажмите Tab. Не хочу. Нет. Слушай, нету. Нету? Ну вот, испортились. Ускорение. Мне очень нравилось. Ну, они много чего убрали, да. Выпиливали, выпиливали. Жалко. Это очень... Не лишняя функция. Так, блин, я не поправил меня. Красный. Да, так, вроде красный. Да, красный. Мы проехали пешеходную полосу. Ну, можно и тут поставить? Да, сейчас не будет. Подождите. Да, все. Отлично. Ой, зеленый. Зеленый, вперед! Что делает? Ах ты! А ну, эй! Да, вали! Ладно. Окей, мы добрые. Так, как мне сесть обратно в машину? Почему я торчу? Майрон, мы едем по встречке. Иди нафиг! О! Фига себе! Выпендриваюсь. Правильно, молодец. Who slows down? Чё она сказала? I don't know. Я тоже. Там хот-доги ехали в машине с открытым верхом. Три хот-дога. Да, кстати, было задание в третьей Saints Row. Да. Заказать, там можно было по телефону звонить и заказывать еду, такси и так далее. Классно, слушай. Во второй можно было заказывать, вот, во второй. А. И там вызываешь этого, Хитман, типа, ты вызываешь чувака, и он приезжает, ты его убиваешь. Он тебе привозит еду, сосиски там и всякую жизнь. Найс. Кстати, эта игра, блин, в чем-то реально лучше, чем GTA, почему-то. Вот этими своими фишками. Да. Ладно, я тоже тогда выйду. Классно припарковались. Не знаю, что мы делаем. Так. Нам наверх, да? Наверх. Да, у нас главное задание же сейчас. Отлично. Ну правда. Ты прям как Супермен. Делаю. Ну-ка вернись. Что ты делаешь? Да. Найс. Давай, хоть что-то и давай еще. Чего все время? Давай я чуть-чуть сделаю, спасибо. Плохая я. Нет, ты классная, прекрати. Не выпендривайся. У меня не получилось, ты бат. Да. Дверь ногой. Прости. Я ничего не могу сделать. Не та дверь. Не та дверь. Вот это, вот эта дверь. Все, выйдем сейчас в симуляцию. Ну вот, good job. Ты в кадре так забавно появляешься сейчас. Ты уже зашла, вышла, а я только трогаю дверь. Господи. Я надеюсь, я успел. Очень смешно скриншот получился. Брагин нам говорит, там где-то в SR4 своеобразные кошки и мышки были специально для кооператива. Мы пробовали, да. Да, это классная штука, я помню. Ты был на вертолете, я была на мотоцикле. Да, шикарно. Что с нами? О, неглиже. Хорошо, что они прикрыли, слушай, сценик для стримеров, наверное. Оу. Ты так вылетел ко мне. Привет. И ты для меня, кстати, ко мне подлетела, типа то. Мы синхронные такие. Да. О! Пойдем пьяниц. Найс. Меня перед прикрыт? Майра. Напоминает клип про Рамштайн, когда они... Да, кстати. И толстый, когда голый. Да. Где мы? Что мы делаем? Почему у меня квадраты на жопе? Мы в реальности. Это реальность? Да. Почему так? Блэээ. А.
Ты норм? Нет, я обгоню тебя. Нет, я буду быстрее. Отстань. О-о. О-о. Кто-то упал, что ты делаешь? Мне поблевать захотелось. Блин, я не блюю, ты блюешь. Кстати, да. А теперь ты блюешь. У тебя кулички выпали, кстати. У тебя есть кулички какие-то повываливались. Ой, привет. Знаешь, когда двое пьяных держатся друг за друга и идут? О боже. Ты в стену головой бьешься. Майра, береги себя. А я в стену вошел, прям слился с ней. Да, стена, отпусти. Мне нравится стена. Нет, она мне не нравится. О-о. Ча? Че ты на меня смотришь? Отстань. Ты такой серьезный. Да, я очень впечатлен. Мы типа научились, да, теперь? Теперь в реальности можем так же. Ну. Класс. Сейчас Майра рядом должна появиться. О, я так эпично на колено встал. Смотри на меня. Look at me now. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я красуюсь перед тобой. Знаешь, мне нравится играть чуть-чуть позади. Да. Ну, не в смысле, а, ну, в смысле, играть в игру, в персонаж, ну. Я все испортил. Слишком пошло вышло, я так не старался. Уже непонятно, что ты имеешь в виду. Да, я сейчас только сейчас до этого, да. А вы знали, этот чувак любит играть позади? Да, 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 вот, вот. Суровый голый мужик, угроза для его противников. Точно. Да. Особенно пьяный. Да. А вы не представляете, насколько сильная угроза, как бы обнаженная девушка-напарник в команде, для врагов. Враги просто через ломают себя от удивления. Такие, да, хрусь-хрусик, честь выпадает. Оу, забыл, как волк. Знаешь, как в мультиках такие, оу. Тебя он тоже ездит туда-сюда, Майра? Нет. Нет? Блин, все, он прекратил. Он ездил, ты, короче, вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Я потом сделаю хайлайт, наверное, из-за этого. Это было прекрасно. Да, интересный движок. Да, он классный. Баги выглядят очень целью игры. В смысле, не целью, а частью игры. Это шикарно. Кстати, да, у меня тут был жуткий баг, когда я проходил. Вот здесь как раз на этом корабле. Я думала, что это реально тоже опять какая-то фишка игры. А у меня, оказывается, половина текстур отлетела, и все было прозрачно. Обалдеть. Нормально. Бывает. 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 У них почему-то это, рэгдолл остается статичным, ты его толкаешь, он скачет. Правильно, мочи. О, фига ты его завертел. Я думаю, ему понравилось. Вот, вот, ты сломал ему яйца. Я также ломал ему эти яйки. Balls. You are gay? Что? You're okay. А, ой, простите, я виноват. Да, ты виноват. Виноват, Винаватович. Мне нужно охладить оружие. Я пытаюсь их убивать, если что. No. Я бросаю. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Так, а ну-ка иди сюда. Иди сюда. Меня ударили. Так нечестно. Я же супер. Тебя ударили. Прикинь, мы же супергерои, главные в этом происходящем. Нет, здесь нет. Нет? Блин, ну вот. Здесь мы вообще никто. Как их бить руками? А у тебя оружия нет? Не, я хотел просто вручную рукопашку пойти. F. Понял. Все, вот так-то лучше. Ты там как? Удобнее. Да. Там бубо что-то вообще бьют. Я думаю, тебе надо как бы это... Все. Ну, поберечь. Сейчас свалюсь. No! Слушай, мы успели. Мы успели. Найс. Nice. Прекрасно. Мне нравится. Опять странные танцы. Да, браги. Куда же без странных танцев? Дикири пишет, но есть же реальный факт, лет 7 назад банда голых женщин ограбила 7 банков, то ли в США, то ли в Британии. Главное, никто не запомнил их лиц. Да, так и есть. Да, попробуй это запомни. Не та часть мозга начинает работать. Да. Есть же передача про мозг, там, что если другим отделом наблюдать что-то, то все, ты пропускаешь либо текст, либо еще что-то. Обалдеть, шикарно. Стрим сейчас был слегка нестабилен, но сейчас вроде восстановился. Стрим нестабилен. Стрим нестабилен.
Он поймал жердяя, смотри. Ну, он поймал меня, у меня. А, у тебя... А, окей. Просто, кстати, я думал, кто запускается. Ты назвал меня жердяем. Прости. Я не пытался. Это я себя назвал жердяем, правда. Я тут самый толстый. Фига. Ой, все. Я попал. Тебе без трусов? Ты со стороны. Я обожаю ее вообще. Это шикарно. Кинзи шикарная. Нормальная вообще такая. Четкая. Так, а кто рулит? Скажи себе. Да? Хотя... Ты рулишь, да? Молодец. Кстати, я тоже могу подруливать, если что. Да. Сейчас смотри. Это я. Нет. Это ты. Это я могу делать. О! Музыка хороша. Блин, я забыла, как развороты делать. Space вроде. Space. Space ты делаешь, значит. А, я? Окей. О, слышишь музыку? Да. Хорошая музыка. No more. No more. Владислав. Владислав. Куда же без Владислава? Слушай, ты отлично рулишь. Молодец. Я даже не знаю, куда мы летим. Нет, подожди, кто рулит? Ты рулишь. Я стреляю. Ага. А ты делаешь спейс. Сделай спейс. Так. Не нажимай, кстати, спейс у меня почему-то. И у меня тоже. Странно. А кто же делает спейс? Проблема это. Да, кооперативных вот да, этих. Да, периодически вот такие бяки да. случаются. Бяки. Да, видел ты меня сейчас на камере, на стриме. Владислав. Найс. Do a barrel! Делай, 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 попробуй. Так, ну-ка, не делай, поворачивай быстрее, двойное нажатие. Двойное нажатие! Двойное! Ясно, смотри. Двойное нажатие. Вау-вау! Вау-вау! Вау! Я старался. Держись. Делай, 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 делай. Делай, 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 делай. Молодцы! Ей! Найс, мы дырит. Мы дырит. Ого. Где? Кошмаш? В кошмаш. Бабушка говорит, иди в кошмаш погуляй. И он такой без скафандра. Обалдеть. Ничего себе. Земля. Земля в иллюминаторе видна. Все, мы больше не в симуляции. Мы в реальности? Надо будет поаккуратнее да. быть, чтобы не умереть в космосе. Это чуваки из прошлой части. О, я, кстати, их вроде припоминаю, почему. Да, Олега, ты помнишь. А, ну то ж мы видели. А, точно, да, вначале видели. Это было маленько больно по ушам. Прости. Я честно, я старался, прикрывался как мог. Я знаю, да, все нормально. О, как же мне отворачиваться? Наверное, надо прятаться. Джихиль предлагает сделать стрим караоке. Точно, это было бы шикарно. Да, может быть, попробовать. Я fucking master. Whoops. Я тоже могу. Хватит блок питания, кому чему дарить. Блин, это было прекрасно. С помощью компьютера. С помощью компьютера. У меня горло сломалось. Да. Придется, видишь, обратно возвращаться. Блин. Ну ладно. Это круто. Да. Как
Как-то сложно все. Да? Для меня. Я половину не слушаю. У тебя другая участок мозга работает. Да. Мы прошли реальный мир. Да. Класс. А прикинь, в жизни так, как... там, 99 лет, ты умираешь такой, реально жизнь пройдена, молодец. Сейчас я маленько тебя в дискорде потише сделаю. Ладно, извини, совсем больно было, да? А, не, ну просто. Виноват. Вот так, наверное. Окей. Все жалуются, когда я кашляю. Мне так жалко. Правда, я стараюсь уворачиваться от микрофона. Не, реально, честно, мне очень жаль. Так, прекрати. Ладно. I can't stop to be apologize. It's too late to apologize. Ten feet underground. Или как там? Нет, не underground, on the floor. Да, не, да, 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 ты прав. Там есть програунд. Сейчас даже в сторону кашляю. Ну, сейчас уже не так громко, потому что я тебя повесил. Вот, смотри. Хорошо, сейчас. Ага. Бла-бла. Это нам DLC-шки пришли. О, найс. Понял. Спасибо. Фига себе. Вау. У нас очень много DLC-шек, нажимать придется много. Ладно, значит, будем пока нажимать долго и читать чат. Настроим, лучше почини горло. Надо. Я не против, честно, его почини. Чиню уже его, наверное, неделю. 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 Там... Читай чат. Читаю чат. Все прочитал. Еще читай. Читаю, 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 читаю. Пойду в обратном порядке. Может, вам стрим караоке сделать? Ну, есть же реальный факт, 7 лет назад банда голых женщин ограбила 7 банков, то ли в США, то ли в Британии. Главное, никто не запомнил их лиц. Ура. Ладно, смотри. Да, смотри. Далеко от меня. Кто? Я рядом с тобой, прямо перед тобой. А-а-а. What? Подожди. Ау. Ты сейчас меня видишь? Да, вижу тебя, ты руками махала. Ты у меня в воздухе. Да. Ты у меня в 3000 метрах в воздухе, на звезде на какой-то. Обалдеть. Я на шпагат тебя... рядом с тобой сел. Давай переподключись. Тебя нет. Обалдеть. Слушай, а если я тебе урон нанесу, будет урон какой-нибудь? Давай. Ну-ка. Да. Да? Обалдеть. Но ты невидимый. Зашибись. А видишь, как пули летят? Нет. Видишь, что это дверь? Да. Короче, вот в нее можно входить, я симуляция. Прикольно. Так. Обалдеть. Давай переподключись, наверное, к тебе. Давай. Ага, сейчас тогда. Сохранить игру, наверное, надо нажать. Да, обязательно. Хорошо, чтобы у меня не потерялось ничего. Так, сохраняемся. И назад выйти в главный экран. Да. Угу. Так, ну-ка попробую сейчас к тебе подключиться. Присоединиться к игре. Загрузить. Да. Автосохранение. Так, да. Да, автосохранение. Он почему-то все время автосохранениями сохраняет. Угу. Хотя было побег, кстати. То же самое. Странно. Ну ладно. Хотя, когда играешь один, все нормально. Когда с другом, почему-то сохраняется все равно автосохранялками. О, мне опять... Да, чудеса. Мне опять применять пакеты. С пановой. Ну, по крайней мере, я тебя вижу. Отлично. Это хорошо. Там был какой-то Дизенхайдер какой-то. Дизенхайдер? Ну, или что-то типа того. Ну, сейчас можно в магазин сходить и... Затариться, да? Ништяками. Ну, это да, в принципе, а можно операцию сделать. Операцию? Или тебе нравится, как ты выглядишь? Ну, пока нормально, а тебе как? Окей. Нет, если ты хочешь сделать операцию, я как бы тоже подключусь к этому делу, и мы вместе прооперируемся. Татухи можно сделать. Давай татухи сделаем. Татухи. Да. На заблокированных надо будет взламывать. Оу. Пойду взламывать татухи. Окей. I'm with you. Ты человек, который... Или давай лучше ты взломаешь, а то ты стримишь как раз, чтобы показал. Думаешь, как да? Ломается, да? Блин, ну давай попробуем. Там надо обыкновенно эти трубы собирать, ты знаешь, а, как это делать. Ну, надеюсь. Сантехник этот. Я понял. Угу. Ага. Иди сюда. Иду, иду. Я вот иду. Вот здесь, нажимай. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Я злом магазин. Да-да-да. Главное, чтобы неделя, несколько месяцев не растянулась, это да. Так, за отведенное время соедините цепи доступа к данным слева направо, используя узлы для взлома из правой колонки. Ничего не понял, ну ладно. Выделить узел, прокрутка мышью, изменить тип узла, использовать узел. Левой кнопкой, все мышкой, короче. Ладно. Так,
Так, ладно. Ничего не... Я пока ничего не понял. Стрелки передвижения. Так, а у меня узлы закончились. Что я должен сделать? Вот, это... Я понимаю, просто не могу понять, как это делается. Там как-то крутятся все эти стрелки, вот. Меняются. По-моему, этим средним колесиком. Средним колесиком. Пытаюсь крутить ничего. Средний колесико. Правое колесико, левое колесико. Да, передвижение. Выбрать. Не выбирается почему-то. Очистить правая кнопка мыши. Ладно, очистим сейчас. Пробуем заново. У меня, короче, есть только прямые линии. Я их ставлю, их не хватает, чтобы это закончить. Я тоже могу злом начать. Попробую я. Давай, попробуй. Потому что что-то у меня не получается. Очень странно все это работает. Все. Все? Блин, вот. Я не умею. А как мне выйти отсюда? Выйди. Злом не удался. Продолжить. Ладно. В общем, примерно так это делается, но делается в хорошем... Ну, завершается, а не доделывается, как у меня. Татухи. I'm not so smart. I know it. Почему я голый? Чтобы татухи сделать. Можно даже там сделать? Везде. Вау, класс. Макушка. Так, верхняя часть спина, вся часть спины, вся грудь. О, вся грудь. Ого. Так, мне нужно тогда верхняя часть тела, ноги. О, это шикарно. Я хочу посмотреть. А это надо будет это переодеться тогда. Блин. Ну. Чё, блин? Чё, блин? Ну, в смысле, пойдем переодеваться. Не с правой руки, я затупил. Так, верхняя часть. Куда мне поставить верхнюю часть спины, вся спина, вся грудь, вверх груди? О, так, я сделать должен татушку. Какую-нибудь. Я не знаю, они такие классные. Майер, что делать? Байламор. Такиеро Байламор. Дёрти Ред. Не знаю. Настрама. И я не знаю, Майер. Слишком долго я выбираю. Я не умею выбирать. Знаешь, как я сейчас закрытыми глазами буду выбирать? Да, это твоя судьба. О, прекрасно. Класс. Видишь, ты всегда счастлив при этом. Да. Хорошо. Это когда ты увидишь эту татушку, ты... Офигеешь, я тупо. Когда ты увидишь эту татушку, ты... Будет хи-хи-хи-хи-хи. Absolutely right. Так. А я ее не увижу. Не увидишь? Почему? Надо идти переодеваться. Да, я это... В смысле, когда переоденемся, я... Да. Да, я плохо объясняю, я знаю. Ну что, в следующем магазине попробуешь взломать? Да, надо постараться. Ты видела, там этот забор был такой из проволоки, да? Да. Как ты думаешь, как я его сшиб? Эпично? Как... Как лошадка? Да, я полетел, сломал его своим бренным телом. Так, ладно. Да, бредом. Так, прямо. Ну, прямо выбрал. Следующий. Теперь мне надо как-то мыши выбрать вот это. Слушай, а теперь получается. А там мне получалось... Спасибо, я стараюсь. Все, продолжил. Вот так вот это делать. Я не знаю, почему там не работало, там мне тупо не хватало деталей. Их слышно? Кого? Собак. Собак? Не знаю. Да. Ну-ка. Нет, это хорошо. Нет, не слышно. Собаки залаяли просто. А, вообще, я даже не понял, о чем это, настолько их не слышно. Хорошо. Да. Прекрасно, у тебя микрофон. Завидно. Текьеро Рамамиро. Ты сказал только что, что ты любишь Рамамира. Да? Это Браги написал, не я. Это Браги любит Рамамира. Текиро, Рамамио, Фигаро. Что? Такое, что? Так, мне нужно снять верхнюю часть тела. Лифчик? Нет, цепочки. Нет, надо сделать так, чтобы отсутствовал. Рюкзак на задницу? Нет. Блин, так. А что одеть? Сейчас, подожди, я сейчас надену штаны и верхнюю часть тела оставлю открытой. Я знаю, что сделаю, не пофиг. Все, что надо. Все, что надо. Боже, там были эти пиратские ноги. Две сразу. Нет, две сразу не круто. Так, сейчас. Скажешь, когда я смогу посмотреть. Тоже две пиратских ноги. Да.
Блин, мне может мне тоже две сделать? Две сразу, чтобы были. Так, отсутствует. Я же хотел показать татушку. Эта часть отсутствует. Назад. Все. Надо показаться. Так. Сейчас. Ага. Пару секунд. Ты уже ржешь над собой, да? Да. Я хочу теперь ржать над тобой. Сейчас, сейчас. Я когда эту песню с одной фразы, Дихири. Ну, это типа продолжение твоей песни было на слух. Ну, да, похоже. Блин. Блин. Так. Где ты? Ты с этими двумя ногами, да? Слава богу, я их не нет, нет, у меня одна нога. А, одна? Да, я не захотел. А, это кули челюсти, обожаю. Да, классно, да, я тебя съем своим животом, типа. Слушай, как ты классно выглядишь. Я же застеснялся. Сейчас я оденусь, это так. Обалдеть. Демонстрационная часть. Слушай, прикольная татушка, мне нравится. А это, по-моему, эти маури или как-то их там. Фигурсия. Новозеландские. Классно. Слушай, надо, если прикинь себе лицо такое зататуировать полностью. А они так и делают. Да, офигеть. Да, маури. Я ничего не знаю в этой жизни. Тут даже второй Saints Row были как раз враги, у которых были татуированные лица. Обалдеть. Круто. А то, по-моему, были как раз из этих. Майра, как ты относишься к тому, что я буду носить бюстгальтер на голове? Прекрасно. Хорошо. Тогда... Я согласна. Я так рад. Блин, нельзя очки вместе с главным убором надевать. Ну, блин, это плохо. Ладно. Но тебе хочется и того, и другого. Да, и побольше. Да, я такой. Господи, еще лямочки, бретельки болтаются. Боже. Это что-то, это просто что-то, реально. Эта игра прекрасная. Мужик. Где ты там? Так, ты... У нас сколько времени осталось? У нас 20 минут есть, как раз сейчас. Да, где-то так. Ты, кстати, классно выглядишь, мне нравится. Прям. Да на, костюм называется Redneck. Офигеть, мне нравится. Очень секси. Smells like sexy. И татушку, главное, видно, и одежда на тебе. Ну так. Красота. Ну, мы эпичная команда, да? Ты вообще прекрасен. Я знаю, я старался. Нет, стой, я переоденусь. Переоденешься? Да. Блин. Ну, женщина, она всегда одевается, переодевается. Ладно, я все понимаю. Я просто не хочу это озвучивать, чтобы не задеть чувства. Тут такой кет жирный стоит вообще. Да ладно. Да, он прям жирный. Я не знаю, как по-другому. Ну, браги хвали, шикарный выглядишь, говорит. Здорово, бендиреп, мистер Николай. Здравствуйте вам. У нас кооператив с Майером. О, я... Моя делась. Ну-ка. Воу. Воу. Ты реально X-Men? Ну, а... это был вообще закос про Железного Человека. Но... Да? Ну, в смысле, ты выглядишь как супергероиня, реально. А, йоу, круто. Йоу, magic. Мне нравится. А я буду выглядеть как идиот. Супер идиот. Смотри, сейчас будет... Ой, это эпичный момент, Майра. Ты смотришь? Я смотрю, я просто не могу. Ты это видела? Я взмыл воздух. What do you want? На лифчике любви. Да. Мадам, вы хотите сыграть еще одно задание? Да. Снимите наличность, пожалуйста. Кстати, да, спасибо. Я всечно... Ой, простите, пардон. Я знаю, кто ты будешь. Кто я буду? Ты будешь мадам Помпадур. Мадам Помпадур? Да. Хорошо. Так, а как наличность? Вы начать совместное задание? Да. Но я не снял наличность, я не знаю, как ее снимать. Я забыл. Я забыл. Забыл. А мы уже это сделали. Да, классно, какие мы классные. Ну, придется сейчас еще раз захватывать. О-о-о. Вот ладно. Как раз нам показывают про это. Про ага, все. Понял. Крутой чатик, говорит Колян. Еще как вариант, дешевый косплей Чунь Ли от Браги. Бюджетный. Бюджет. Бюджет. Окей. Окей. Найс. Я хотел сейчас, знаешь, как, помнишь, Мара, смотрела фильм, как он, блин, Хэнкок? А, да. Помнишь, как в самом начале фильма он там этот летает, гонится с каким-то да. И сшибает эти направляющие. Я хотел сейчас так же сделать, у меня не получилось. Типа указатели дорожные. Вообще, конечно, странный фильм. Да, чересчур.
Ну, в плане того, что таких два знаменитых актера, а вышло как-то. Какая-то так себе. Комедия какая-то, а не кино. Знаешь, вот я не знаю, это может лично мое мнение. Фильмы с черными, не побоюсь этого слова, смотрятся всегда одинаково. А кстати, у них не оскорбление говорить черный, оскорбление говорит негр. Они не понимают, когда русские переживают за слово черный, потому что у нас черный — это оскорбление, у них наоборот. Ага, блин. Шиворот на выворот. Да. Кое-чем по столу. Шарфом. Шарфиком. Так о чем мы говорили? Да. Ладно. С ними тебе они не нравятся, да? Нет, что-то они как-то. Я испугался. Эффект неожиданный. Это прекрасно. Ты знала, да? Ты знала. Не, ну знаешь, что Уилл Смит тогда должен был. Не знала. В этом. Окей. В «Матрице» тоже сниматься вместо этого. Чего? Ты не знал? Нет. Слава Богу. Сначала же Уилл Смит должен был сниматься. Он отказался ради этого дикого запада. Ой, молодец, я так рад. И в общем-то. Не зря. Слава Богу, реально. Я бы не вынес Уилл Смита в роли. The One Smith. Уилл Смит, Уилл Смит, Уилл Смит. О, классно взломало, молодец. Найс. Стрим не виснет. Что случилось? Стрим не виснет? Ты чего, Лёш? А, да я слушаю, боюсь перебивать. Почему-то именно сейчас. Я этот хотел сказать. Коля говорит, что стрим не виснет, что случилось. Мы рестримы убрали, поэтому на Твиче теперь. А, я еще думаю, так станется, человек удивляется тому, что не виснет. Действительно, тебе понятно. Да-да-да. Ты заморозил машинки? Машинки! Машинки! Бам! Ух ты! Вот это было классно! Настромяка! Настромяка. Да, Майро. Хватит рушить вещи. Ну я не могу остановиться, это так классно. А еще у меня мушкет. Ты его выбрал. Да. Я люблю мушкеты. На нафиг, пошел вон. Хрусь, хрясь. Come on. Big Bada Boom. Big Bada Boom. Не, почему? Ау. И когда черные снимают, все равно есть хороший. Да. Ну вот, видишь, ну, опять же, это... Даже помнишь в этом, в шестом чувстве, когда этот играл чувак? А, я понял. Бен Даллас. А это было шикарно, согласен. Просто они сам в комедию. Да, они вот реально вот это все превращают как будто бы в фарс, ну, лично для меня. А тогда смешно не... Тут чувак поехал замороженный. Замороженный? Да, замороженный. А, кстати, нам надо за этим поехать. Это, кстати, пародия на этот... Видишь этот шар золотой? Ага. Если его поймать, типа, тебя отстают эти полицейские и так далее. А не понимаешь, на что это пародия? Да, я понял. Это этот... Гарри Поттер. Тани Гротер, да. Тани Гротер. Найс. Как его поймать? Тани Гротер. Вот надо за ним гнаться. Офигеть. Сейчас мы его догоним. За всю игру его только один раз поймал тогда. Да, блин, ничего себе. Ну, я думаю, мы сейчас... Потом появляется, да. Ага. Блин, тут нужно как дикое ускорение. Смит против. Да. Ага. Почти, почти, почти. А, он улетел вверх, козел. Последний момент, прикинь. Так нечестно. И вниз. Вот издевается. Ну, трайсикл. Нет, это... Трайсикл? Трайсикл. Трайсикл. Квадрокайсикл. Квадрокайсикл. Я правильно делал, что я за ним бегу, да? Да, да. Окей. То, что я что-то здесь это... Все нормально. И все нормально, я поймал. Ла-ла-ла-ла-ла. Поймал, да? Да, догнал его. Какой молодец. С тебя пример беру. Он для бикининг. Бикини-ботом. Бикининг. Бикини-ботом. Смит против Смитов. Почему? Что ты только что ищешь транслирует? Потому что... Да-да-да-да-да, все. Вы там все сами поняли без Смита, короче. Смит против Смитов, действительно, получается. Да. Даже агент Смит. Да. Такие. Вот. Ау. Видишь текстовое приключение? Тебе попалось уже? Сейчас, подожди. Да, вижу. Вижу. Вот. Ага. Вот это надо будет собирать его, типа, этот текстовое приключение, его жизнь, вау, дневник. Прикольно. Классик. Ха. Статуя Дзиньяка. 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 Дзиньяка.
Куда ты смотришь? Вдаль. Вдаль? В будущее. Я вижу будущее. Прекрасно. Мы такие спокойные, да. Такие стоим. А вот все равно, как эта хрень происходит. Один фиг. Короче, пойдем посмотрим на нашу любимую Кинзи. Пойдем. Кинзи! Кинзи! Она мы прикольная. Прям. Да. Прям мы как дельфины. Мы прыгаем и летим. Косяк рыбешек. Да. Косяк рыбешек. А если рыбы курили бы косяк, то они были бы. Косяк, курящий косяк? Да, косяк, который курит косяк. Косяк в косяке, который кусит. Курит. Кусит. Куси. Прости, я тебя толкнул, да? Вы мужчина, поаккуратнее, пожалуйста. Да мои ляхи, они не, такие неаккуратные. I'm sorry. Мужчина, прекратите, пожалуйста, наворачивать круги. Ладно. Я так люблю наворачивать круги, но что ради вы вас. Что вообще делаете? Я, ну, лифчики ношу. И там, где надо. Ах, ладно. So serious, so weird. Привет. Давай, иди. К двери? По следам. По вашим. По следам? Да, по вашим следам. Я с другой стороны зайду. Попробуй. Смотри. Опа. А я не смотрю, я уже. А, окей. А я уже и не смотрю. Ну ладно. Так. Окей. Лёша, я дам тебе это сделать. Ты думаешь? Лёша, Симон Острома, да. А, все нормально. Окей. Это я, все нормально. Здесь. Нет. Да, иди сюда. Иду. Нет, не сюда. Нет. Окей. Нет, сюда. Рынь. Все, это обязательно надо сделать. Это самая важная часть в игре. Ладно, я доверяю тебе полностью. Подойди к Кинзи, сначала сдай задание. Сдай задание? Сначала я сдам задание. Давай. Фига у неё подушка. Она занята. Да. Так. Лог задирает. Подойди, нажми R. R? Я вижу, что написано. Давай. Ладно. Все ради Майера. Ого! Музыка такая, как играет. И мою задницу показывает, отлично. Она довольна? Врезала мне по роже и такая. Let's fuck, что-то такое там сказала. Да ты понимаешь, что это я не специально. Оно само как-то так вышло. Здесь потом можно будет и с роботом, с этим кругом. И с роботом? А, кстати. Ау. Где наш друг? Где наш дядька-друг? Дядька-друг. Нажми R рядом с ним. Рядом с дядькой-другом? Да, вот здесь. Ну вот он. А, подожди, у меня здесь никого нет. Он такой, да? Да, у меня здесь никого нет. Да ладно. А, так, тут какая-то кукла сексуальная сидит. Где? Не тут. Не тут. Куклы. Вот, мужик. Нет, я тут никого нет. Да ладно. Да, диссинхрон дикий. А там такой черный, да, парень? Да. Он у меня вот здесь стоит, смотри, о перила облокотился. А, вот с ним R нажми. Переспать с вице-президентом? Посмотри, он тебе будет все время отказывать, он тебя не любит. Ну вот, если честно, со мной такое не пройдет. Ты президент, я вице-президент, ты босс святых, я один из твоей команды. Ты завоевываешь города и побеждаешь конкурентов. Я завоевал Голливуд и заработал себе имя. Не хочет, короче. Да, все время отказывал. У нас ничего не выйдет, понимаешь? Блин. Ну как так? Так, давай заходи в симуляцию. Окей. Так, как мне зайти сюда? А, вот здесь. Блин, для идиота же показано, куда заходить. Ну, только показано для идиота, а ты не идиот. Ну да, поэтому я не захожу, все правильно, да? Вот, понимаешь? Спасибо, ты меня оправдала. Ах, сложно, все просто. Изи пизи, лемон, сквизи. Так, что мы делаем? Я вижу, ты вертишься. Убиваем врагов. Так, я должен продолжить игру нажать, да? Да. Окей, а то я сижу, жду у моря погоды. Я вообще тебя не вижу. Странно, я вышел из стимуляции зачем-то, когда нажал продолжить. Ну, из нее надо выйти. А, нет, все, поняла. Я затупил, наверное. Нет. Нет? Ладно, а что должен... А, тап продолжить игру. Нет, это я все равно выхожу из симуляции. Да? Странно. Как мне пойти войти в симуляцию?
Может, а, правую кнопку мыши нажимаешь на... Я тебе не сказал. Ну, ты не должна была. На портал, правую кнопку мыши. Правая кнопка мыши. А, все, нашел. Вот теперь правильно, сложно. Слишком сложно для меня. Просто там для идиотов написано, ты не идиот. Поэтому я не посмотрел, не нашел, не догадался, да? Все, теперь я оправдан. Спасибо. Так. Спасибо. Пожалуйста. Which much thanks. Я, кстати, забыл, как заморозки делать. Майя, это не средняя, 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 средняя. Знаешь, и... Ну, если у тебя переключено, конечно, суперсилы, F1. F1. А, вот, теперь включил. У меня ничего не было включено, оказывается. О! Да? Да, тут, спасибо. Кстати, не только F1 есть. Мы, по-моему, получили топот или что-то. Вроде. Ну-ка, попробуем нет. F2. А, нет, здесь. Нет? F1, но только разные есть. Вот есть взрыв. А. Так, сейчас попробуем. Сейчас. Так, ледяная фигня. Вот взрыв. Сейчас попробуем. Давай, взрывай их. Ну, воу. Заполняйся. Камон! Понимаю, да, способности. О! Oh. I'm on fire, I'm on fire. О-о. О, все взорвали. Найс, молодец. Мне кажется, мне подлечиться-то. Давай сейчас для тебя настреляю засранцев побольше. Да, да. Воу! Отлично. Прекрасно. Гори оно все огнем. Да. Горите в аду. Так, что за фигня такая? Ну-ка. Боум. О! Найс, nice. Инъекция вируса выполнена. Найс. Nice. Жизнь. Жи... Выполняем. Ты выполняешь, я так. Фигнистра-то. Так кто стреляет? А ну хватит. Алло. Она спустит сюда или уже познаваться? У нас 10 минут осталось, то что, наверное, главное. Смотри. Странно, не пускай. А, все, мы уже здесь. А, так, все, все правильно. Наличку. Наличку снимать. Прости. Умеешь? О, прости. Нет? Да, надо сейчас попробовать. Угу. Так, дела, цели, магазина, порталы, наличность. Нет. Наличность. Наличность. Я надо... нажимаешь? На надпись? Нет. Да. Это просто надпись, которую я не могу ничего делать. Мне карта открывается почему-то по табу. А, не. А, так на S нажми. А, блин, как все сложно. Зачем ты делаешь такие сложные игры? Да они не сложные. Да я шучу, я прикалываюсь. Передача пройдена. Хорошо. Ну вот. Понял. Да. Я пони. Ты пони. Я пони. I'm so tired. Кстати, ты когда на ходу можешь радио включать. Да? Да. Обалдеть. Ой, этот парень уже включил, смотрю. Ну, вот да, так, он... Да, он так где посмотрит. Это B или U нажми. Б или Ю. Ничего не работает. У тебя не работает? И Б, Ю. Точку запятая должны переключать. Вот у меня сразу переключается. А. Все, нашел. Все, тебе работает. Странно, это нажимал, не получалось. Хм. Friendly Fire, будешь ломать? Ну-ка, давай попробуем. Сейчас ломанем. Friendly Fire. Пони, яй. Да. Так, короче, надо эту фигню сломать. Надо вернуть наверх. Так, теперь нужно повернуть. Не, можно просто наверх. А тут нельзя. Слушай, как сложно. Да, не знаю, что сложнее и сложнее будет. К концу пипер будет. Да, я уже вижу, что как-то усложнилось. Ну ладно. Я думаю, мы справимся. Да. Ура! Все проще может показаться. Ура! Ей! Так, какое следующее задание? Ну, сейчас такие стартовые начальные задания. Ну да. А, местный. Ну вот еще один магазин надо сломать. Окей. Че ты делаешь? Не знаю, мы тут тусуемся с парнем. Пока. Он вырыл какой-то треугольник. Парень или, выпросил треугольник? Или ромбик какой-то, да. Он играет в оркестре на треугольнике? Да, наверное, да. В этом, в одежде рабочего. Строители. Это специфический оркестр. Да. Ау. А почему у меня взлом открылся, когда я нажал просто Ctrl? Что за бред? О, я не... Да вообще жесть какая-то. Эта игра надо мной издевается. Она устала просто. Да, бедняжка.
шутка. Настрома, с тобой невозможно играть. Я от тебя устала. Ау. Что это было? Я толкнул какую-то тетку, она такая... Ау. Так, а, Хитман. Фига себе. И какой-то регги играет. Слушай, а ты идешь по заданию? Да, я за тобой бегу. Все, значит, опять та же фигня. Ну, игра уже с ума сходит. Да. Если еще долго не играть, она немножко... Наверное. Кривая, либо я сильно отстал, знаешь. А, да, отстал. Я думал, ты вообще прям за мной. Не-не-не, я... Извини, я... В общем, не знаю, как это еще объяснить. Всё, да. Ладно. Так, где там этот унитаз? Унитаз с бластером, как так-то? Фига он забрался. А ну, вернись. Вообще... Get over here! Музыка в тему. О да. А о да. Только у меня ее нет. Выключил музыку. Поэтому музыка в тему. Да. Да, вот действительно. Ну здесь радио почему-то в той игре играло, в третьей, а здесь что-то на одно время не играло. Ну вот. Это плохо. Унитаз. Готовься к смерти. Ногой его, правильно. Что? Я перепутал кнопку и присел на шпагат рядом с ним. Да ладно. Да. Наверное, уже просто ничего не видит. Кстати. Ну, игра подключается. Да. Да. Это просто унитаз летающий, да? Да. Ну, мало ли, может, у меня уже глючит тоже сильно совсем. Нет, это опять отсылки. Третьей части. Отлично. Насморк меня добивает совсем с концами. Да, я слышу. Да, жесть. Ей! Что мы делаем? Мы идем по заданию. Найс. Наверное, еще одно и все. Да, у нас 4 минутки еще есть. Ну вот. Как раз мы. Они такие сейчас минимальные, да. Ага. Отлично. Фига, знаешь, вот ты летишь. Знаешь, когда в фильмах показывают такую фигню, типа пролетает Супермен. И там за ним, по этим каким-то воздушным потокам, захватывают всякие предметы, или они следят следом за ним. Mm-hmm. То же самое сейчас ты делала. Да, за тобой летело все, что только могло. Да. Нам надо рассоединиться с тобой маленько. Да, ладно. Я понял. Я буду отбирать твои киллы, да. Нам надо сейчас большой комбо набирать. Понял. Просто надо их калашматить всех одним взрывом, да? Да, да. Понял. Окей. Надо сносить все, что можем? Или только машину? Да, все. Окей. Найс. Готовьтесь к смерти. Тяжело, да. Может, снаряд... возьму какой-нибудь. Снаряд очень медленный. Дипломат. Угу. Танк бы украсть. Но он от меня отлетел. Ну вот, жалко. Отдайте танк. Give me the tank. Нет, о, не берет станок. Ну вот, жалко. Значит, надо его взорвать. Точно. Да. Ну не, ну это фигня какая-то. А, может на этот же, силой. Кстати, да. А, ее не дали. А, добра. Ну вот, козлы. Найс! Ты нет, сделал? Нет, придется этой огромной штукой. Мэ. Иначе комбо не получается. Жалко, она дает хороший урон и дистанцию взрыва, да? Mm-hmm. Зона покрытия. Да, бронза есть, все прошли. Ну, славно. Главное, что прошли. Сейчас просто по времени можно дальше продолжать. Ага. Так, жизни подлечись, кстати. Да есть все. Ну, ладно, окей. Чпок. Чпок. Чпоньк. Ау. Оо. Под раздачу попал. Скорая помощь не нужна. Нет. Нет, вообще не нужна. Лихачи, блин. Он вернулся от моего выстрела. Оу, кабум. Оу. Пардон. Все нормально. Найс. С тобой едет этот. Да. А еще машина. А, черт. А еще машина. А еще танк тебя придавило. Ужас какой. Все и сразу.
Блин, маленько до комбо осталось. Ага. Ау! Камон, 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 камон. Блин. Не во что стрелять. Да вообще жесть. Еее, найс. Ну все, конечно. Окей. Бронетранспортер приехал вообще. Прекрасно. Да, только я сейчас чувствую, я погибну. Время умирать. Так, где ты там? Для меня. Я здесь. Спасибо. Thank you. Стоп, стреляющие унитазы? Да, Зихири, стреляющие унитазы. Здесь есть все. В этой игре реально все. Она вот реально мега классная. Переполох пройдено. Найс. Тут тебя тоже чувиха бесится, да? Да, да. Да, круто. UFC файтер такой. Вообще просто, по полной программе. Юху! Ну, все. Да, все. Ладно, спасибо, Майра, за дикий кооператив. Было мега классно. Угу. Круто. Всем спасибо, тебе кто... Спасибо. Тебе спасибо. Где спасибо-то? Окей, надо будет как-нибудь обязательно во что-нибудь. Либо в это, либо во что-то еще сыграть. Окей, ладненько. Что? Ты говорил всем спасибо, говорил всем спасибо. Ладно, я просто тебя благодарил и там такая... Да, да, да. Ладно, давайте, ребят, спасибо огромное, что заходили. Был рад видеть всех вас и всеми, со всеми вами общаться. Приходите на следующую трансляцию. Плановая в понедельник. Но следите за новостями, мало ли, на выходных перепадет время. Тоже застримим что-нибудь. Все, хороших выходных, не скучайте, не болейте. Смейтесь побольше. Побольше вам стреляющих унитазов, короче. Все, всем пока, давайте.